Шеф-повар Максим Григорьев. Говядина томленая с пепперони. Предлагаю приготовить на обед или званый ужин говядину, томленую в белом вине и пепперони. Получается нежное душистое мясо, идеально гармонирующее с картофельным пюре. А теперь готовим. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты. Бульон говяжий 600 мл. Вино белое сухое 250 мл. Говядина мякоть 600 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое экстра вёрджин 2 столовые ложки. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Паприка умеренная молотая 2 столовые ложки. Перец белый молотый 1 щепотка. Перец сладкий 7 штук. Соль 0,5 чайных ложек. Томатная паста 2 столовые ложки. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Говядину молодую кусочками, лук, чеснок, муку, томатную пасту, пепперони разных цветов, оливковое масло, говяжий концентрированный бульон и белое вино, у меня черданы. Шаг 2. На горячем оливковом масле, 1 столовая ложка, обжарим мясо вместе с мукой около 3 минут, постоянно переворачивая. Мясо вынимаем. Шаг 3. Снова добавим в ту же сковороду еще 1 столовая ложка оливкового масла и нагреем. Обжарим на среднем огне нарезанный мелко лук и нарезанные зубки чеснока. Шаг 4. Добавим томатную пасту, перемешаем и обжарим около 1 минуты. Вливаем вино. Шаг 5. Возвращаем мясо в сковороду и приправим солью и паприкой, перцем по вкусу. Шаг 6. Вливаем горячий бульон и закипятим. Уменьшим огонь, накрываем и томим под самым малым огнем около 50 минут. Шаг 7. Затем добавим очищенные от сердцевинки и семян, нарезанный крупно пепперони. Накрываем и томим еще 30 минут. Время от времени перемешиваем. Шаг 8. Говядину томленую с пепперони сервируем предпочтительно с картофельным пюре или отварным картофелем. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.